Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Светлана, и я рада вас приветствовать на своем канале. У меня распаковка, посылка из Кемеровской области. Вот, шла, по-моему, дней 6. Вот. Ну, надеюсь, все хорошо. Откроем, посмотрим. Там два растения. Вот я заказывала два растения. Сейчас посмотрим. Другое прям побольше. Так, я на всякий случай гляну. Все. Больше ничего. Ну, это положили не как для утепления, а как вот, как сказать, такую подушку создать, чтобы растение не билось. Так. Все видно. Вот. Ну, давайте. С маленького. Вот. Красота. Это диффенбахия. Диффенбахия. Вот, посмотрите. Листик уже самый нижний, он, скорее всего, портится. Вот. Так, по-моему, не подписано. Сейчас я посмотрю, что-то там мух. Может, просто, чтобы не пересохло, положили. Так, сейчас гляну я, друзья. Извините, если пошуршу маленько. Это строительный скотч такой бумажный. В принципе, он должен нормально. Сам стаканчик больше шуршит, чем скотч. Вот так все. А, ну да, здесь просто положили, чтобы влага была. А так все в грунте. Вот корни, все хорошо. Вот. Так, сейчас я посмотрю на вторую, друзья. Я скажу название. Я просто их еще как бы не выучила, кто какая. Здесь тоже диффенбахия. Здесь хорошо все залепили. Сколько скотча. Сейчас леплю. Это вот прям она большая. Так. Ну, вы знаете... Ой, это что ж такое? Вот она, красотка. А это прям маленькая. Вот это расписная, если я не ошибаюсь. Вот она. Я даже уже подписала. Это только детки, они будут более ярче. Расписная. А это... Аврора. Если я не ошибаюсь, друзья. Если я ошибаюсь, я тогда уже буду редактировать и смотреть, где какая. Вот.
Расписная, да, скорее всего, вот это расписная. Угу. Вот жалко, что не подписывают, конечно. Да. Тяжелый какой-то грунт, наверное, полито. Хорошо так полито. Ну, в принципе, все дошло хорошо. Шла, я думала, быстрее дойдет, но Кемерово, в принципе, далековато от нас. Вот. Ну, ничего, все хорошо. Все отлично. Вот здесь даже это мокрая вся. А, там мох еще лежит. Все, понятно. Мох. Ну, я думаю, в такую жару мох лишний, потому что может загнить. А, здесь залепила, кстати, здесь у нее дырочки. Ну, ладно. Может загнить, вот скажите, вот здесь вот у основания шейка у растения. Я вот убрала, пускай просохнет. И грунт уже влажный. Ну, нормально. В принципе, все в порядке. Вот. Ну, здесь не так сильно влажно. Может, просто потому, что еще маленькая, поэтому... Вот такие красотки. Прям понравились мне эти дифенбахи. Вот. Я решила прикупить. Вот такая небольшая распаковка. Так, ну все, друзья. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всего самого наилучшего. Мира, добра, здоровья. Заходите в гости. До свидания.